Тверь – наш любимый город, столица Верхнего Волжья. Город, в котором вместе с нами живут и трудятся более 400 тысяч человек. Все мы хотим жить в безопасном городе. И лучше других это понимают те, от кого во многом эта безопасность зависит. Наряду с правоохранительными органами, частные охранные предприятия обеспечивают личную безопасность граждан и охрану предприятий. Мы – частное охранное предприятие ОСА. Нам доверена охрана крупнейших предприятий и организаций Твери, жилых комплексов, а также VIP-персон. Для нас важен каждый клиент, доверивший нам свою безопасность. Вместе мы выбираем оптимальное решение, исходя из потребностей заказчика, и предлагаем самые современные технологии. При переговорах с клиентом мы всегда помним, что он заказывает у нас не просто услугу, а весь комплекс мероприятий, от которого очень часто зависит не только его благосостояние, но и жизнь. Частное охранное предприятие ОСА имеет свой пульт централизованного наблюдения емкостью до 5000 абонентов, обеспечивая безопасность клиентов в Твери и Калининском районе. Группа быстрого реагирования оснащена новыми автомобилями Renault Duster, позволяющими добраться в любую точку Твери и пригорода по вызову клиентов в кратчайшие сроки, несмотря на возможные пробки. На объекты устанавливаются радиопередатчики с дальностью приема до 60 км, которые можно использовать в качестве контрольно-приемного устройства без необходимости установки контрольной панели. Они имеют возможность адресной передачи данных и могут быть использованы на любых типах объектов для любого типа решений.